Привет всем, это Вячеслав, канал Акибай. Сегодня к нам приехал такой вот каблучок, это Volkswagen Caddy 2010 года выпуска. Машина идет выкидной чип ключ зажигания на три кнопки: открыть, закрыть и багажник. Это ключ хозяйский, машина дистанционно закрывает и открывает. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем, машина заводится. Для замены батарейки нужно снять эту крышечку заднюю, и под ней скрывается батарейка CR2032. Проблема у владельца была вот с этим ключом. Мы заменили здесь корпус. Почему? Потому что треснул в этом месте силуминовый сплав, и лезвие получилось отдельно от корпуса. Данная проблема решается только заменой корпуса ключа, потому что этих выкидных частей, вот, которые крутятся, кругляшок, их не бывает в природе, только с новым корпусом ключа. Владелец приехал к нам для того, чтобы мы заменили корпус в его родном ключе, также изготовили новый чип ключ зажигания. Так, продемонстрирую, это вот хозяйский ключик, это уже наш, который мы запрограммировали. Вот. Мы взяли новый ключ, сточили лезвие ключа на компьютерном станке, и запрограммировали кнопки, и запрограммировали чип мобилайзера. Так, ключ показали, что он дистанционно открывает и закрывает. Сейчас покажем, что он машину заводит. Этот ключик также заводит. То есть у владельца Volkswagen Caddy 2010 года есть уже два чип-ключа зажигания, которые машину дистанционно открывает и закрывает. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Volkswagen, либо на другую марку автомобиля, требуется изготовить дубликат ключа зажигания, то можете обращаться в нашу компанию Akibai, мы вам поможем.